Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пикселемон. В прошлом эпизоде мы эволюционировали Голлета в Гулурка, в принципе, и сейчас мы будем прокачивать опять Драгонейра и Кранидоса. Драгонейру еще один уровень остался, ну что-то. Так, идем мы, например, вот сюда. Так, сейчас можем мы туда пойти, там какие-то есть большие уровни, ну, в принципе, тут всегда есть большие уровни. Ух ты, это что такое? Это еще что такое? Винаут, опа, давайте попытаемся его словить. Сколько там всяких покеболов? Ладно, давай, Генгар. Вот он, там Джиглипуф, или кто это там был? Гипноз. Ух ты, уже ультраболов нету. Ух, ну да ты... О, мун покебол. Давайте еще ультрабол. Да ты, да твою ж мать. Да, в эти покеболы он вообще не залазит. Да ну нафиг, иди ты. Так. Вот, вот, тут большие уровни такие. И тебя еще. Что-то вот этот Драгонейр, да сколько тебе там опыта-то нужно, чтобы прокачаться? Так, а ну давайте, может, еще сюда. Тут нет, давайте вот сюда. Сейчас мы прокачаемся уже вот тут. Так, ты какой уровень? И нет. Вот, наконец-то, Драгонейр эволюционирует. Ох. Давай уже. Вот, Драгонайт. Отлично. Вот он, зараза. Ну, зараза не зараза, как бы прокачать ему нужно до 55 уровня, но прокачали. Наконец-то прокачали мы его. Итак, ребята, идем мы домой и берем других покемонов. Ну, для прокачки. Голлета, как бы уже не Голлета, а Гулурка, да, можно поставить. Или кто там у нас? Гулурк, да. Ну, офигенный такой покемон. Его можно поставить уже в компьютер. И возьмем мы на прокачку кого-то другого. Так. И берем мы с первой вот тут ячейки. Ну, ячейки. Кого тут еще можно прокачать?
Давайте немножко мы гравлита прокачаем. Мочилакса я выкину, потом словлю Снорлакса сразу. Так, Арканайн, гравлита мы прокачаем хотя бы до 30-го, потом мы его эволюционируем с помощью камня. И Трико обрал. И давайте Трико прокачаем. Кто там? Прокачу. Так. Ладно. Давайте пока что поставим вот это все в сундуки. Вот это. Сюда мы поставим. Вот так. Сюда. И сюда. И возьмем один Firestone. Ну, огненный камень или нет? Ну, в принципе, да. И идем и прокачивать гравлита и Трико, да. Идем мы, наверное, опять на остров или пойдем мы, может, в лес, да. В лесу, хотя нет, в лес, наверное, мы не будем идти, так как, в принципе, у нас сейчас нету много ультраболов, чтобы словить кого-то, даже если мы кого-то там найдем. Так что идем мы на остров, ребята. Ах, так. Вы какие там уровни? 27-й. Так, иди сюда. О, Трико уже эволюционирует. Отлично. Ну давай. Отлично, ребята. Фух. Вот сейчас на этих мы прокачаемся. Так, кто тут у нас еще? Кто тут еще? Какой-то большой уровень. Ну ты в бою. Нет, не в бою. Опять, наверное, можно начинать делать покеболы. Так как уже, в принципе, кончаются, да? Ну, сколько вас? Так. Покемон босс. Вот, отлично. Так, нормально так уже уровней. Сейчас, да, я, в принципе, может, давайте еще в джунглях немножко. Хотя... вот тебя еще. А, ты в бою. О. Тебя можно. Нормальный ты такой уровень. Ух, Мьюту же. Сейчас.
Мьюту уже 98 уровень, ребята. Отлично. Так, там покемон босс. Так. Иди ты сюда. Кто ты там? Иди сюда. Сейчас мы тебя... Так, нормально. Отлично. О, там еще один покемон босс. Идем мы вот сюда. Вот он, вот он. Сейчас мы его... Так. И сейчас. Так, ребята, сколько там еще? Гравли 23, нормально. О, Кранидус эволюционирует, отлично, ребята. Ну давай. Рампардус. Так. В бою. О, покемон. Босс, только не под землей. Или где ты? Вот ты. Так. Сейчас мы... Еще на вас немножко прокачаемся. Кто тут еще? Ух ты. Кто тут? Так, Гровилл. 27 уровень игровая уже. Отлично. И Гравлит уже 25 уровень. Тоже нормально. Еще немножко ему прокачаем, и можно уже будет эволюционировать его. Так, давайте, может, куда-то... Не знаю, вот сюда. Хотя, фиг его знает, тут вроде никого такого нету. Сюда, например. Так. Сюда. Сюда. Тут тоже никого. Куда бы пойти? Вот сюда. О. Так. Ух, опять там Сквиртл. А, куда бы пойти, ребята? Тут тоже никого нету. Давайте вот сюда, например.
О, а, нет, показалось, что там покемон босс. Так, тут какой-то или остров, и о, там еще что-то есть. Еще остров какой-то маленький. Ну да, небольшой, но тоже нормально. Так. Сейчас вот сюда, например. Тут тоже никого. Куда бы пойти? Сюда. Сюда. Там покемон босс. Вроде да. Ух, только он летающий. Или нет? Или фиг его знает, или показалось, или он летающий, или сейчас мы посмотрим. Нет, вот он. Да не ты. Ух, сейчас мы. Так, вот, иди сюда. Ух, ни хрена себе, что-то ты. Ух, ребята, еще один мастербол. Уже 4 мастербола. Отлично. Так, давайте идем и поспим. О, давайте еще, может, сюда. Что тут такое? И давайте домой. Или вот сюда еще можно. И вот сюда давайте еще. Вот сюда может. И давайте домой, ребята, пойдем. Где дом-то? Карта, вот это уже. Что-то я как-то уже немножко даже не знаю, где наш дом. А, во, нифига себе карта. Ну. О, там покемон босс. Два покемона босса. Ребята, если успеем, нормально так уровни прокачается. Если мы, конечно, успеем до них добежать и убить одного, и, в принципе, сразу же другого. Не знаю, получится ли, так как в Мьюту уже нету атак. А тут у нас кто? А тут он у нас под землей. А, нет, вот он, ладно. Так. Ребята, давайте, может, уже на этом закончим эту серию. Прокачали мы уже, наконец-то. Драгонайта. И, в принципе, давайте действительно уже на этом закончим, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.